Всем привет! Впереди длинные выходные и самое время подумать, чем заняться. Что непременно стоит посетить в Самаре, чтобы уикенд прошел интересно и продуктивно, расскажу в нашем обзоре. 21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Самарском ДК «Победа» состоится праздничный концерт Клары Корниловой, исполнительницы русских народных и авторских песен, заслуженной артистки Самарской области, обладательницы титула «Серебряный голос России», лауреата всероссийских и международных конкурсов. Праздничный салют на набережной напротив Струковского сада обеспечат настоящие мужчины. Артиллеристы 2-й общевойсковой армии выпустят в небо 800 фейерверков со звуковым сопровождением. Несерьезно, а серьезно. В художественном музее открылась ретроспективная выставка известного художника-карикатуриста. Его работы украшали главные самарские газеты и центральные периодические издания. Посмотреть работы можно до 28 марта. Утро воскресенья начинаем с Третьяковкой. На поздний воскресный арт-завтрак приглашают по адресу Фрунзе 102Б. По итогам унесем с собой открытку в стиле экстравагантного поэта и художника Алексея Крученых, сделанную своими руками. В воскресенье филармония приглашает самарцев погрузиться в удивительную вселенную киномузыки Ханса Циммера. Академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя Михаила Щербакова исполнит саундтреки всемирно известного композитора. Прошлой зимой самарские музыканты представляли программу в Испании. Теперь же океан эмоций ждет самарцев. 21 февраля в музее Ильдара Рязанова подготовит лекцию «Внушающий страх. Психологический аспект притягательности фильмов ужасов». Вы когда-нибудь задумывались, почему экшн-фильмы популярны? Они дарят эмоции, которых порой так не хватает в повседневности. Адреналин в крови и огонь в глазах. Изучить тему поможет старший научный сотрудник музея Елена Козырева. В эту субботу, 20 февраля, самарцев приглашают на первый кинопоказ, приуроченный к выставке «Женский вопрос». Едва ли не в каждом кинофильме, снятом в 1920-е годы, есть яркий женский образ. К просмотру предлагается советский полнометражный черно-белый немой фильм с любовно-уголовным сюжетом «Катька. Бумажный ранет» 26-го года. Перед началом просмотра с небольшим комментарием выступит научный сотрудник Самарского литературного музея. Она расскажет интересные факты о фильме, истории его создания, актерах и идеях, а также объяснит, почему советские идеологи даже отправляли на его первые киносеансы милиционеров. Самарская областная библиотека подготовила необычный квест в это воскресенье «Тайны книжных лабиринтов». Организаторы обещают за 2 часа раскрыть все секреты и этапы становления книги от наскального рисунка до современной цифровой книги. Библиотека уникальна и хранит в себе немало тайн и загадок, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. А если из дома совсем не захочется выходить, то специально для вас мы придумали занятие. Телеканал «Самара ГИС» запускает усато-хвостатый флешмоб «Поделись теплом». Ваша кошка обладает уникальными способностями и не иначе. А попугай часами любуется собой в зеркале и поет серенады? Тогда высылайте видео с вашим домашним питомцем на почту или делитесь им в своих соцсетях с хэштегом «Поделись теплом с ГИС». Все видеоролики мы разместим на нашем сайте и в соцсетях, а лучшие покажем в эфире. Поделись теплом вместе с телеканалом «Самара ГИС». На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!